Строительство инфраструктуры для «Формулы-1» в Сочи завершается. Полностью уже готовы здания для команд, медпункт и вертолетная площадка. На очереди сдача гоночного трека и трибун для зрителей. Глава «Формулы-1» Берни Эклстоун впечатлен темпами строительства. Он прибыл в Сочи посмотреть Паралимпийские игры и попутно проинспектировал объекты, где осенью пройдут королевские гонки. Кстати, рассматривается вариант задействовать во время «Формулы-1» и часть олимпийских зданий – Большой Ледовый дворец и конькобежный центр «Адлер-Арена». После небольшой экскурсии в разговоре с вице-премьером Дмитрием Казаком и губернатором Александром Ткачевым Эклстоун делится впечатлениями от Сочи. Признается, влюбился в этот русский город. Думает о том, чтобы продать его местечко в Швейцарии и купить что-то здесь. Позже на совещании обсуждают сроки сдачи объекта «Формулы-1» и процесс организации гонок. Соревнования такого масштаба, как правило, привлекают десятки тысяч зрителей. Мы, естественно, ждем вот этого события. Конечно, огромное количество привлечений зрителей, туристов, потому что по смотрибельности, по вниманию «Формула-1» может быть только сравниться с Олимпиадой или с чемпионатом мира по футболу. Эта гонка будет проходить каждый год, а значит, каждый год огромное количество людей будет приезжать, любители этого вида спорта, и, естественно, жить в наших гостиницах, пользоваться нашим сервисом, уникальной инфраструктурой Сочи. Я думаю, что от этого, прежде всего, выиграют наш регион. Я всегда и говорил, и буду говорить, это бизнес-проект, это экономический проект, который даст нашему краю добавку в виде налогов, в виде загруженности наших гостиниц. Проложить гоночную трассу прямо среди олимпийских объектов в свое время предложил глава «Формулы-1». И, по его мнению, соревнования в России станут лучшими в истории, как и зимняя Олимпиада. Здесь многое изменилось с моего первого приезда. Я вижу результат. Это фантастически. Это будет одна из наших ключевых гонок. Я в этом уверен. Никто еще не строил «Формулу-1» так, как построена здесь, в Сочи. Не могу дождаться октября. Туристов в Сочи после Олимпиады и «Формулы-1» отныне будет очень много, добавил Эклстоун. Настолько много, что, возможно, придется строить еще гостиницы. Напомним, первый в российской истории этап гонок в классе машин «Формулы-1» пройдет с 10 по 12 октября. Евгений Вольский, Яна Москаленко, Валерий Пятов и Денис Москаленко, 9 канал, Сочи.